Hi guys, welcome back to Junris Vlog Agri Action. For this video reaction, let's go to Russia. Spasibo, Privet, and Kakdila to all of you guys. How are you all? I hope you are doing well. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Why Americans Are Afraid of Russia. It's a Russian translation about Americans, about Russia. And credit to the owner also with the video, of course. Tablet for memory, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any Russian video that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. Let's get to it. Enjoy. Wow. Want to hear also with you, and turn on the CC down there, guys, so that there is a Russian subtitles. Привет, как дела, ребята? Это ваш парень Филочка. Сейчас я вам все расскажу, как надо. Ну и я делаю то, что обычно делаю. И сегодня я делаю одно видео для вас. Это видео очень важное для меня. Я хотел сделать его раньше. Но я думаю, сейчас мне точно нужно сделать это видео. Точно нужно. Но вы знаете, я провел здесь, в России, 4 года. Я не был здесь все время, иногда уезжал. Может быть, 4,5 года я здесь уже провел. И у меня нет здесь ничего, кроме хороших воспоминаний. Сумасшедшее дерьмо, но в основном хорошее. В основном хорошее. Если бы не так, то я бы здесь просто не сидел. Это очевидно. Но я хочу с вами поговорить о самой печальной вещи о России. Потому что это очень несправедливо, но правда. Даже не знаю, как слово подобрать. Как вы думаете, что самое печальное в России? Самое плохое? Что приходит к вам на ум? Давайте угадаю. Вы думаете, это гомофобы здесь везде, да? Может, вы думаете, расисты? Может, экономика? Может, вы думаете, что алкоголики здесь везде? Не знаю, что вы, ребята, думаете. Может, преступлений много, а? Но если вы думаете о том, что самое плохое в России, вот сейчас я вам об этом расскажу. И самое худшее в России — это восприятие людей о России. Это то, как люди воспринимают Россию, включая меня. До того, как я сюда приехал, давайте подумаем, когда я в первый раз решил вообще приехать в Россию. Обычно я мечтал о путешествиях в 15-16 лет. Ну и о России я тогда думал плохо. Я точно не хотел ехать в Россию. Но не о русских людях. Русские люди-то они везде, никто о них плохо не думает. Но когда я мечтал о путешествиях в детстве, возможно, когда-нибудь я поеду туда, вот сюда, Россия это точно был не вариант. Вот я думал, с 15 лет до 26, куда же я поеду, Россия точно был не вариант. Я думал, Россия, о, это место, возможно, грязное, опасное, там расисты везде, гомофобы там бегают, страшная страна плохая. Вот так я думал раньше, и многие люди так думали. И я вам дам сейчас один пример. Я помню, как я путешествовал впервые, когда я в первый раз покинул Америку. И я тогда впервые покинул страну и поехал в Австрию. И поскольку большинство американцев тупые, в плане того, что мы не знаем географию, я говорил людям в Фейсбуке, что я еду в Австрию. И они мне такие, о, приезжай, сфотографируй там кенгуру. И я такой, блин, это Австрия, она рядом с Германией. И они говорили, а, Австрия, ну ладно, наслаждайся, повеселись там. О, там будет прекрасно, сфотографируйся. И следующая страна, в которую я путешествовал, это была Германия. И я говорил, о, я еду в Германию, все говорили, о, там классно, сфотографируйся там, повеселись и так далее. А потом я встретил русскую девушку в Нью-Йорке. Она была прекрасна, замечательная девушка. И я ей сказал, я, наверное, поеду в Россию. И как вы думаете, люди на это отреагировали? Два слова, которые почти все мне сказали. Причем включая русских людей. Будь осторожен. До этого желали, повеселись, повеселись, пофотографируйся. Yeah, of course, really. А тут будь осторожен. Follow the rules. Я говорю, какого черта? Что там случится? Но я знал, что случится. И вот когда я поехал в Россию, когда первый раз я приехал в Россию, я думал, я настраивал себя.
Я думал, что Россия — это одно большое гетто такое. А я вырос в гетто рядом с опасными людьми. И я привык к опасным людям, и я думаю, с тех пор, как я выучу немножко русский, я спокойно смогу сам за себя постоять, все будет нормально. Я знаю, как разбираться с опасными людьми, но отличие в России было в том, что здесь, среди опасных людей, я очень выделялся. Потому что, когда я был в своем американском гетто, я надевал что-то сумасшедшее и не выделялся. Я выглядел, как и все остальные. И меньше была вероятность, что я привлеку чье-то внимание. Потому что внимание людей в каком-то плохом месте может принести тебе проблемы. Но дома на меня никто не обращал внимания, потому что я выглядел так же, как они. Но в России я не только получал очень много внимания. Я здесь один, можно сказать. Я, конечно, видел иногда других черных людей, но в основном я здесь один. Это очень редко. Гораздо меньше даже половины процента в России черных. Поэтому я чувствовал, что я в одиночку здесь, сам за себя. И я знал это, и я готовился к этому. Но в основном, вот я провел здесь 4-4,5 года. Пребывание здесь, я не знаю, было в 20 раз веселее и лучше, чем я предполагал с самого начала. Как минимум в 20 раз. Минимум в 20 раз лучше, чем я предполагал. Причем это учитывая, что я был в 35 разных городах. У меня была одна небольшая проблема в Пензе. Была небольшая проблема в Москве. С одним из менеджеров. Ну да, и проблема в Пензе. Может быть, два каких-то конфликта у меня здесь было, пока я здесь был. И оба были нормально решены. Но только две проблемы. За 4,5 года. Может быть, чуть-чуть меня потормошили полицейские там, по поводу регистрации. Но все проблемы были нормально решены. И больше у меня не было никаких проблем. Но люди, включая меня, когда я был моложе, думают, что Россия — это одна большая, опасная, наполненная ненавистью, скучная, грязная и недоразвитая гетто. И вот как многие люди думают. И вот это самая печальная вещь у России. Потому что чем больше людей приедут сюда в Россию, посмотрят сами, я гарантирую, что тем больше их мнение о России изменится. Мне вот говорят, возвращайся домой, будет все хорошо. Это все стереотипы, ребят, чушь. Но знаете, одну из главных причин, почему люди так плохо думают о России, а? Потому что сами русские, ну не все, конечно, русские. Я говорю о тех русских, которые едут в Америку и остаются там нелегально. И вот эти русские и русские девочки, они говорят о России. Те, которые живут в Америке нелегально, и они описывают Россию самыми худшими словами, какими только можно. Я ее спрашиваю, ты вернешься домой? Она говорит, нет, я не хочу, там грязно, плохо. Русские люди, они такие злые, плохие, депрессивные. Ты не можешь там никуда пойти, люди очень злые. Они неуважительно к тебе относятся, гомофобы всякие. Ну, я не помню там точно, что она говорила, но в таком контексте. И я слышал много этого даже от моей бывшей жены. Я спросил, почему ты не хочешь вернуться в Россию? И она говорит, тоже дерьмо, то же самое, что я слышал и от остальных. Конечно, русские, которые возвращаются домой, они не говорят негативного о России. По крайней мере, не так много. Но те, которые остаются здесь нелегально и делают вид, что они не могут вернуться домой, потому что их там что-то некуда возвращаться и так далее, они обычно говорят самое худшее, что только можно сказать о России. И вот почему мы так... Ну, понимаете, у нас очень много там русских. И вот они наполняют наши американские головы тем, что Россия отстой. Потому что вот этот факт, что многие русские едут в Америку и остаются там нелегально, рассказывают нам только плохое о России. Всякое плохое дерьмо. И они загружают нам в голову вот это дерьмо, и мы думаем, а, так вот почему вы здесь, а не в России. Я бы тоже не хотел возвратиться в такой дом. И вот как начинается видение России для многих людей. Понимаете? Я не знаю, но это сумасшествие. Это вот самая грустная вещь о России. Здесь можно отлично проводить время. И из-за того, что люди за границей думают о России, они, возможно, никогда сюда не приедут. Я имею в виду, ну, вы-то здесь живете, вам не обязательно сюда приезжать, но я имею в виду, что те люди сюда не приедут, потому что тот негатив, который они о вас думают, сдерживают их от поездки сюда. И это ужасно. Но я рассказал вам о том, о чем хотел рассказать. Я думаю, рассказал. Ну, вот я хочу вам объяснить. Я не русский, я понимаю. Я не могу сказать, что Россия — это отличное место для жизни для русского. Потому что я не понимаю, что значит быть русским в России. Я могу вам рассказать только о том, что значит быть черным афроамериканцем здесь, в России. Я не знаю, как чувствует себя русский в России. Возможно, если бы я был русским пареньком, который здесь родился, я бы чувствовал себя по-другому. То есть вот у меня все время всегда есть возможность поехать, взять и поехать в Америку. Вот так. Только захочу, могу взять билет и улететь. И я делал это дважды. В 2011-м я немножко здесь заскучал, взял самолет и уехал. А потом вернулся. Ну, я скучал по дому, понимаете? И через 36 часов я уже был дома. Я могу сделать это в любое время, но тот факт, что я остаюсь здесь, живу здесь, говорит о том, что мне здесь нравится. Но если бы я был русским, возможно, я бы воспользовался возможностью уехать в Америку. Я не знаю, как бы я тогда отреагировал. Я не знаю, что значит быть русским в России. Я знаю, что значит быть черным американцем в России. И это все.
Так что самая грустная вещь о России заключается в том, что многие думают, что Россия — это отстой. Многие люди думают, что здесь ужасно. И все, что я могу сделать, это людям мой опыт здесь, в России. Ну, на канале в Ютубе и так далее. Это все, что я могу сделать. Но я честно хочу сказать, что здесь далеко не так плохо, как все нам там рассказывают. Я думаю, что многие из вас могут сказать, что вот, у меня есть друг, а у нее есть друг, который ей сказала. Она сказала, вот это вот такое вот плохое. Россия отвратительная, она там родилась. А теперь она не в Нью-Йорке, потому что в России ужас. Ну, может быть, она это и сказала. Может быть, что-то из этого и правда. Но что я знаю точно, то что я здесь, я не вижу ничего плохого здесь, о чем мне люди постоянно рассказывали за все эти годы до того, как я сюда приехал. Такого я не вижу. Я просто не вижу этого, понимаете? Я могу вам рассказать про то, что здесь плохое. Вот реально могу. Они не убирают снег, поэтому зимой ты тут по колено во льду и в снеге. И ты постоянно падаешь на льду, если, конечно, у тебя нет специальной штуки для обуви, которая не скользит. У меня, кстати, есть такая. Они не убирают снег, не убирают лед здесь. Очень редко они тут, блин, убирают снег. Ты, блин, идешь, тут снег как в горах. И ты как дебил идешь по пояс в снегу, потому что они его не убирают. Ну и у вас есть такая вещь, когда у вас нет специальных машинок вот этих со сдачей, с мелочью. И вот тебе приходится просто сидеть и ждать, пока она соберет для тебя сдачу. Да ладно, Россия, закупите эти машинки со сдачей, чё вы? Что еще мне здесь не нравится в России? Я не знаю, вроде все. А, вспомнил. Иногда вы можете увидеть здесь пьяных людей в дневное время. Ну, знаете, не так уж сильно. Возможно, это чуть-чуть чаще можно увидеть, чем в Америке. О, дикие собаки. Слишком много диких собак здесь. Слишком много диких собак. И поскольку я тупая американская задница, каждый раз, когда я вижу дикую собаку, я говорю: это чья собака? Чья собака? Каждый раз. Чья это собака, а? И мои друзья мне говорят: это не чья, чувак. Бездомная собака обычная. Не будь тупым. А я говорю: ну извини, я оплошал. Я постоянно забываю, что у вас тут собаки без хозяев. Чё мне еще тут не нравится, а? Но я думаю, все. Все, что мне не нравится, я вам уже рассказал. Вот такие вот проблемы здесь. Единственные проблемы, какие у них есть, это долбанная сдача, собаки и лед. Ну а холод, то что холодно. Ну, знаете, оно сильно не беспокоит меня. Надеваешься потеплее, выходишь и нормально. Я имею в виду, здесь, конечно, бывает, блин, минус 25 градусов по Цельсию, это холодно. Холодина, мать ее. Я говорю, ну, мне как-то уже все равно. Я просто долго не гуляю, беру такси, если чего. Ну и, конечно, мне не нравится слишком много внимания. Люди смотрят на меня постоянно. Но я с этим ничего не могу сделать. Если я уж сильно застесняюсь, пойду домой. Я могу с таким жить. Люди смотрят на меня, потому что я чувак. Но я думаю, это все, ребят. Самое грустное по поводу России, что за границей люди думают, что Россия — это полный отстой. Но если они приедут сюда, я гарантирую, что здесь все гораздо лучше, чем они думали. Но если, конечно, вы не будете вести здесь себя как идиот, если вы не попытаетесь сдачу обменять, не попытаетесь людям навязать свое западное мнение. Понимаете, о чем я говорю? Просто приезжайте себя, ведите себя порядочно и наслаждайтесь временем. И все будет хорошо. Если люди вам говорят, что у вас будут большие проблемы с законом, не слушайте их, это ерунда. Поступайте по закону и занимайтесь своими делами. И все будет хорошо. Ну и на сегодня все. До свидания. Увидимся. Спасибо за ваше время. Заходите на канал Филочка, у него там классные Спасибо. Уроки по английскому, ссылка в описании. Oh и если вы хотите новые интересные видео, переведенные на русский язык, подписывайтесь на канал. Wow. There's a lot to talk about with regards to this video, guys, because it's like something people are thinking that Russia is a bad country and Russian people are bad. It's just like the thinking of the people, like if you are hearing someone and then you're thinking also Russia is bad, as long as you will experience, you are there to experience for real, and you will see how the Russian treat you, and that's it. And I think there's no matter like you're black or whatever colors that you are, once you go there, as per to him, no one will like discriminate you. It's just only the people, they have this perception that once they hear to someone else that Russia is this and that, and then you will not go there because you were afraid. And this is the reason why people are afraid, and in thinking that they are afraid of Russia because the economy are so high, the country is so powerful, and then you compare to other from the economy and the other things to differentiate with Russia, they are on top of it, and that's really incredible and amazing. Wow, this guy, I salute to him. As long as when you go in Russia, you have to respect and you have to respect the culture, you have to respect the rules and policy and regulation. Of course, the Russian police or the Russian government will not like hold you or like caught you if you are doing good once you go in Russia. But if you're doing bad, of course, you will get something like in return. Goodness, oh my God, this guy is very nice. I enjoyed listening and watching of his comments about Russian, and that's amazing. And like,
like strong. And this is what I really love to listen about the foreigners and like in saying about the Russian, because these people who talking about the Russian are the experience. They went there because a lot of people might be heard something bad and that, and then they will try to experience with their own, and that's a good thing because you really have to prove to yourself, not just like listening to someone else. You have to prove to yourself and go in experience in their culture, from their food and everything, and like you, there's a lot of things that you can you will experience when you're going to Russia, and that's one of my favorite country to visit in the future. Wow, this is such an incredible to listen. I know a lot of people would love to listen with this one, and I hope guys you watch with this video and listen to the guest speaking. And I think his original channel was deleted. I think he would have been attacked because I'm trying to check his original channel. I cannot find it anymore. Oh goodness. Of course, once you are talking about like positive things on that specific country and then you're from this country, a lot of people backlash you and then talking something like questioning you and this and that. You really have to experience in like in the comments of the foreigners, they're just saying something bad about the Russian, and then these people experienced it, went to Russia and feel it for real. And thank you so much guys, because this is an interesting video. I always want to listen and watch, especially the comments about the foreigners towards Russian and the Russia, the country itself. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one. And if you do and you really want to see the full video, it's on the description box below. And if you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect with social media account, it's in here. Thank you so much, Privet and Spasiba to our Russian friends. Bye-bye and mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Stay safe.